Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН. Наконец-то наступил тот день, когда можно обменять ледяной куб на 2024 голды. Я, честно говоря, думал, что в этот день произойдет что-то феерическое. То есть появится какое-то сообщение, как красивая картинка, я не знаю, анимация какая-то. Короче говоря, каким-то образом разработчики нас уведомят о том, что все, ребят, можно менять. Но нет, ничего не произошло. Я просто зашел случайно в хранилище и обратил внимание, что мой снежный куб превратился вот в такой вот наполовину растаявший подарочек. Ну и здесь появилась кнопка «Обменять» и сообщение о том, что можно обменять на 2024 голды. Короче говоря, ребят, меняю и буду использовать данную голду на зимнем аукционе. Нажимаю «Обменять» и, соответственно, будет мне счастье. 2024 голды падает мне в копилку. По крайней мере, теоретически должно это произойти. Да, вот, пожалуйста, сообщение получено о том, что 2024 голды начислено мне на аккаунт. Ну и, ребят, если вы еще не заходили в игру и ждали этого момента, то никаких сообщений не будет, поэтому просто заходите и уже меняйте свои кубы на заслуженную голду. Все-таки не зря мы этот кубик хранили и не зря в свое время его получали. Я побежал снимать следующее видео специально для вас, а вы прямо сейчас подписывайтесь на канал, потому что именно на этом канале вас всегда ждут свежие новости и честное мнение по поводу всего, что в игре происходит. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока.